Доброе утро! Мы находимся с вами на выставке, посвященной самому динамично развивающемуся автоспорту в России и в мире – дрифту. Почему утро? Потому что в другое время здесь снять практически невозможно. Здесь огромное количество народа, и вот пока весь этот народ сюда не зашел, давайте с вами быстренько пробежимся по тем автомобилям, которые здесь представлены. Это палатка «Матюль» и «Гараж 13» Никиты Шикова. Здесь представлена замечательная «Старлетка» и та машина, на которой Никитос, собственно, устраивает дрифт-такси. Да, здесь помимо самой выставки автомобилей, здесь есть лекторий, в котором Никита Шиков, Аркадий Цареградцев, Дмитрий Добровольский и многие-многие другие пилоты, руководители РДС вам рассказывают про дрифт. А также здесь есть дрифт-такси и Джимхана. Совершенно замечательный как внешний, так и внутренний проект. Волга на первом JZ, на нее уже были обзоры, я ее вижу впервые. Но она реально как внутри, так и снаружи очень круто выглядит. Там, где дрифт, там без АЕ-86 просто никуда. Здесь их представлено огромное количество в самых разнообразных вариантах. Конкретно вот у этой машины под капотом стоит один УЗ. Дрифт, как гласит легенда, зародился на улицах, поэтому это не только автоспорт, но и уличная субкультура. И эта машина одного из ярких представителей именно уличной субкультуры дрифта, Сереги Стилова. На стенде Club Turbo представлена машина, которая еще даже не начав где-то выступать, собрала нереальное количество хайпа. Это заднеприводная Lada Vesta на втором JZ, которая в следующем году будет выступать в российской дрифт-серии. Первонаперво хотелось бы сказать спасибо организаторам за то, что пригласили нас на это замечательное мероприятие, которое действительно двигает и развивает дрифт-культуру. Ну не только дрифт-культуру, просто автомобильную культуру, чтобы все могли приехать, собраться в одном месте. И это огромный плюс, что вот машина, она не где-то по трассе едет, она здесь стоит, вот ее владелец, если он никуда не убежал, его можно пощупать машину, задать вопросы. И хорошо, что здесь есть реальные гонщики из реальных гоночных серий, с которыми мы знакомы, которые отвечают на вопросы. Максимально крутой формат, зритель все видит, участники видят, как общаться с зрителем, какой зритель на них ходит, откуда они приезжают, со всеми можно пообщаться, поэтому если это будет продолжаться, если это будет развиваться, через пару лет 4 павильона потребуется, чтобы всех вместить. Да, я хотел бы добавить, что в принципе все согласен со словами Аркадия, естественно. Я второй раз уже на этой выставке, она в прошлом году началась, первый раз она появилась. Я даже больше добавлю, что когда организаторская команда и конкретно Саша задумали формат этой выставки, потому что они до этого занимались выставками автотюнинга, более специализированные, японские, немецкие и так далее. И он ко мне приехал просто и говорит: Никита, а как ты думаешь, вот если сделать дрифт
дрифтовую выставку конкретно, я говорю: Саня, во, потому что аудитория дрифта, она оказывается гигантская, огромная, народу было огромное количество, мы даже не ожидали, что будет такой спрос, всем все очень понравилось, несмотря на компактные размеры площадки, то есть у людей появилась не только возможность услышать, но еще и почувствовать, всем очень здорово, всем зашло. И я абсолютно согласен, что формат выставки, он крутой, уникальный, здорово, что он у нас такой вот появился, и мы можем в нем принять участие. Но после вот этого потока просто меда из вулкана... Обоих жерл. Да, обоих жерл, скажу, кто привез грязные тачки с неначерненной шиной, вы будете в специальном грязном котле гореть в аду. Неначерненном. Готовьте нормально машине к выставке. Вам не нужно никуда ехать, по грязи, еще куда-то. Она стоит весь день и не пылится. Подготовьте нормально тачки. А в целом все круто. Короче, больше интерактива, больше начерненных шин, больше крутых построек. Всем привет. Стройка. Да, построим нашу любовь, блядь, к дрифту вместе. Дрифт 2. Построим наш корч.